вам, дорогие друзья, шалом, шалом вашим домам, шалом вашим сердцам. И я не случайно начинаю нашу сегодняшнюю встречу с этих слов, так как речь сегодня пойдет об Израиле, о святой, избранной Богом земле, о его избранном народе и о той работе, которая проходит сегодня нашим служением. Павел, ты вернулся из многодневной поездки на Ближний Восток, часть из которой проходила в Израиле. Пожалуйста, поделись, что происходило там, какие новости из Израиля. Каждый раз, когда Бог дает возможность путешествовать или же ехать в Израиль, Израиль по-новому открывается. И в этот раз это не исключение, потому что то прочувствовать и пережить, что было пережито в этой поездке, это на самом деле очень-очень яркие, красочные переживания, которые пришлось нам пережить. Самое первое, я хочу сказать, что это служение проходило вместе с нашим драгоценным братом и другом, и Божьим мужем Александром Ивановым, и также еще одним служителем из Украины. И таким образом мы оказались в Израиле не просто, чтобы увидеть исторические места и походить по тем местам, где ступали ноги апостолов и самого Господа Иисуса Христа. Но самое первое – это послужить именно в Израиле людям, которые там находятся. Это, мы говорим, евреям, которые проживают в Израиле, и, конечно же, и арабам, и включая русскоговорящих. Население Израиля на сегодняшний день составляет почти 8 миллионов, из которых живут 2 миллиона арабов-палестинцев, и также около миллиона русскоговорящих евреев, которые эмигрировали с того времени, когда началась русская Илья, мы говорим. Алия. Поэтому время, которое Бог нам дал, это было благословенное время. Мы прилетели, и самое первое, мы начали много молиться, потому что это написано в Библии, и что Бог нигде мы не находим в Библии, в Ветхом Завете, в Новом Завете, что Бог отрекся от своего избранного народа, от евреев, и что Он заключил Новый Завет, в котором мы живем сейчас, и на основании отмененного завета, который мы называем Ветхий Завет. И об этом мы попозже поговорим в этой программе. Но мы понимание того, что Израиль в последнее время это как маслина, которую сказал Иисус Христос, который начал распускать свои ветви. И он является знамением, или мы говорим часами на мировой истории, благодаря которым мы можем наблюдать время, в котором мы живем, и наблюдать время, что мы живем в последние дни, которые Бог определил. Итак, конечно же, понимание, имея откровение об Израиле, мы много посвятили молитве и благословению для того, чтобы благословлять израильский народ, благословлять евреев, и не только евреев. Как я уже сказал, 2 миллиона арабов живет, и мы также благословляли арабов. Очень мало об этом озвучивается сегодня, но в Израиле есть те арабы, что парадоксально, да, евреи, которым пришел Мессия когда-то, которые не приняли его, и в то же самое время есть арабы, для которых Мессия не приходил когда-то, но они открыли свои сердца и приняли его как спасителя. И сейчас есть арабские церкви, где люди славят имя Иешуа, Иисуса Христа. Поэтому Израиль, как никогда раньше, он нуждается в молитвах. Конечно же, мы можем молиться, находясь в любой точке мира, находясь в Калифорнии или в нашей студии, где мы сейчас находимся. Но совершенно молитва приобретает другую глубину и силу, и помазание Бог дает другое, когда мы начинаем молиться именно в Израиле и благословлять этих людей, находясь именно на земле израильской. И мы были в разных точках, например, мы вышли даже одно место, которое вот в старом городе Иерусалима, мы благословляли именно территорию, которая направлена, где живут арабы, то есть это Моавитские поля, где тоже есть большая история библейская, мы благословляли это, потом мы были у Стены Плача, или везде, где мы были, даже на Храмовой горе, не говоря уже об Елеонской горе. Везде мы благословляли и молились, ходатайствовали за евреев и за арабов. Ну вот у меня возникает такой наводящий вопрос тогда. Нужно ли молиться за евреев?
Ведь можно думать, что придет Господь, да, придет Иисус, их глаза откроются, и они примут Его как своего Господа и Спасителя. Они благословенны, они процветают. Для чего нам молиться за них сейчас, сегодня? Потому что им нужен Иисус. Очень простой вопрос. Угу. Конечно же, и очень важный вопрос. То есть, зачем молиться, если все равно весь Израиль, апостол Павел говорит к римлянам 11 главе, все равно он спасется. Но, прежде всего, почему Израиль, он должен быть в нашем сердце? Есть на это очень много-много причин. Одна из самых простых причин, которую каждый должен, и должен оценить каждый верующий человек, христианин, что Иисус Христос, Божий Сын, наш Спаситель, он был евреем. То есть через Иисуса Христа, который был евреем, который пришел к своим, Писание говорит, ну, а свои не приняли его, а тем, которые приняли, он дал власть быть детьми его. То есть нам, язычникам, которые были вне завета с Богом, мы были обречены на смерть, но благодаря тому, что Божий Сын был еврей, он пришел из этого избранного народа и нам подарил спасение. Мы должны оценить это, что если Иисус был евреем, значит, мы обязаны, мы в долгу перед израильским народом. Об этом мы мало слышим сегодня. Мало. Апостол Павел говорит, я в долгу перед еленами, перед варварами, перед язычниками. Но, тем не менее, апостол Павел, будучи апостолом язычников, но он был сам еврей, и он сказал следующее, что я сам готов быть отлученным от Бога, от Христа за братьев, родных мне по плоти. То есть его сердце было направлено к евреям, и он даже говорит, что ибо Евангелие – сила Божия для спасения кого? Прежде всего евреев, иудеев, а потом всех остальных. Поэтому есть очень много различных других причин, чем мы обязаны Писание. Во-первых, мы говорим сегодня о том, что очень часто в последнее время мы слышим, что церковь является новым Израилем. И, кстати, Мартин Лютер, великий реформатор, который в Германии жил когда-то, он также верил в эту теорию или же в это богословие. Но на самом деле, я бы сказал, что это я не согласен, я не верю в то, как и не верят многие христиане, что церковь, она стала новым Израилем, потому что в Писании, в Библии мы нигде не находим, еще раз, что Бог отменил свой завет, который он заключил когда-то с Израилем, со своим народом. Ну, вот ты был там. Мы знаем, что евреи, они не верят в Иисуса как в Спасителя, как в Мессию. Но какая обстановка? Они ожидают еще первого пришествия. Да. Мы ожидаем второго, как верующие люди, но они ожидают первого. Я знаю, ты имел общение с некоторыми евреями. Вот расскажи, что они говорят об этом сегодня. А евреи, они ожидают своего Мессию. И, как я никогда, они ожидают его? Да, я никогда не забуду. Когда я был у Стены Плача, мы были, мы не один раз и не два, мы много раз приходили, почти каждый вечер, и мы молились. Это было, кстати, время Пасхи, Песах, когда на протяжении целой недели евреи традиционно они праздновали этот праздник. Очень красиво было наблюдать всю эту картину. Мы каждый вечер приходили, и, конечно же, мы молились. Мы молились за евреев, чтобы эта пелена с глаз их сняла, то есть упала, и чтобы они увидели своего Мессию, который пришел. Я никогда не забуду один момент, когда я, наблюдая за одним с таким ортодоксальным евреем, который там, наверное, днем и ночью находится у Стены Плача, он сидит там, и я его спросил следующее, когда же придет Мессия? Он говорит, я ожидаю каждый день этого момента. Я задаю вопрос, а когда же будет отстроен Иерусалимский храм, второй или третий, как мы называем, куда придет и воссядет вот Мессия, он сказал, что храм может быть отстроен в любой момент. То есть сама ситуация или ожидания в Израиле, они настолько высоки сейчас, что каждый день евреи, вот особенно мы говорим ортодоксальные евреи, которые живут в Иерусалиме, в старом городе и многих других местах, они ожидают, что это может произойти в любой момент.
Ты знаешь, это настолько касается глубоко моего сердца, вот эти слова, которые ты говоришь, что каждый день я ожидаю Мессии. А я знаю, почему они касаются, потому что ты также из избранного еврейского народа. Поэтому они тебя касаются. Я хотела сказать о другом. То, что ожидаем ли мы его каждый день, да, насколько это глубоко, насколько это важно, и жить так, как ты ожидаешь его сегодня. Жить каждый свой день, проживать. Кто-то сказал, что нужно жить так, как будто Иисус Христос пришел вчера, как будто сегодня Он умер за тебя, и как будто Он придет завтра забрать нас, свою церковь, к себе. То есть, и продолжая нашу тему об Израиле, я хочу сказать, что много едет сегодня людей, туристов едут. И слава Богу за турист, христианский туризм, который существует, потому что когда люди едут из церкви, организовываются группы поездки с разных мест, не только с Америки, с России и с Азии и так далее. Это хорошо, что происходят вот такие туристические поездки, потому что этим же самым мы демонстрируем, что мы стоим с Израилем. И вообще, есть ли на земле сила, или организация, или еще какая-то общественная группа, которая была бы мощнее по своим масштабам, которая стояла бы в поддержку и стояла с Израилем во все времена и сегодня, потому что непростое время Израиль живет, чем христиане, чем Церковь Иисуса Христа. И поэтому, говоря об Израиле сегодня, мы должны ехать не только как туристы, но мы должны ехать как люди, которые имеют откровение об Израиле, что им нужен Иисус сегодня. Точно как всем китайцам нужен Иисус, африканцам нужен Иисус, американцам, русскоговорящим, всем. И в том же самом мы ставим в эту же самую категорию евреев, потому что для них же пришел Иисус. Но мы приняли то, что принадлежало когда-то избранному еврейскому народу, но мы приняли как язычники, это спасение. Поэтому мы еще раз повторяем мысль, мы обязаны евреям. Я никогда не забуду тоже такой момент, один из фрагментов нашего служения, вот сейчас, когда мы возвратились, что мы шли по улицам вот Иерусалима, и у нас кто-то окликнул, мы поворачиваем нашу голову, и сидят два парня, которые сидели, вот, просто не зная, чем заняться. И вот мы это восприняли, что это Бог дает возможность, потому что мы утром молимся: Господь, пошли правильных людей, кому мы можем засвидетельствовать. И мы обращаемся, идем к этим ребятам, и мы начинаем с ними разговаривать, знакомиться, общаемся, и они совершенно... Два парня, которые были в депрессии, один долго живет, уже 20 лет, другой несколько лет приехал только, но они потеряны без Христа. А да, они евреи, но на самом деле они в зависимости, они в греховной зависимости. Они знают, да, мы евреи, они признают это, но это не меняет как бы положение вещей по той же причине, что им нужен был Иисус. И мы им засвидетельствовали. Мы прямо на улице, там, где люди, прямо дневная эта толпа. Но они были настолько открыты, чтобы слышать о Христе. Мы рассказали, что Мессия, Иисус Христос, Сын Божий, Он пришел для вас. И мы сейчас здесь для того, чтобы рассказать вам об этом Христе. Что ты думаешь, прямо на этом месте они открывают свои сердца, повторяют молитву покаяния и принимают Иисуса Христа как своего Мессию, свое сердце. Потом мы взяли контакты, и чтобы сделать follow-up, или мы говорим, чтобы после этого с ними как-то контактировать общаться. И работать. Вот таким образом, все равно, как бы ни была ситуация сегодня в Израиле, кто-то говорит, что да, очень сложно служить, очень сложно проповедовать, но тем не менее, если мы едем туда, в Израиль, все равно я верю, что Бог посылает своих людей, Бог посылает миссионеров, служителей, которым дает ключи к человеческим сердцам, и которые свидетельствуют евреям, и они должны услышать истину. А другой вопрос – их реакции. Но в то же самое время, если их реакции, они закрыты, скажем, в то же самое время есть люди, которые ожидают спасения, и чьи сердца открыты даже на примере этих молодых ребят.
Здорово, удивительно. Какие еще были встречи у вас именно с евреями? Чем ты можешь поделиться? С евреями. У нас были еще и с арабами, мы общались и свидетельствовали арабам. Но если о евреях, мы были в одной церкви, которая служит недалеко от города Хайфы. Это благословенная семья, которая верно служит в Израиле много-много лет. Мы были, общались, они рассказывали, что Бог делает среди них. Они хотят, чтобы мы служили, продолжали служить вместе, строили взаимоотношения, строили планы по служению на будущее. Но удивительно, меня удивило то, что у них есть видение, чтобы достигать арабов. Да, говорит, среди нас есть евреи, то есть арабские деревни, и мы хотим идти к ним и свидетельствовать им о Христе. Конечно же, они служат и евреям, они служат русскоговорящим, но Бог дает им видение служить, достигать арабов, которых, как я уже сказал, 2 миллиона в Израиле. И более того, они попросили как раз, чтобы мы снарядили их вот этими библиями на солнечной энергии, на арабском языке через проект «Логос». И мы это будем делать, да. Мы отправляем им партию Библии скоро, и они могут служить, достигать арабов именно в Израиле Божьим Словом. Поэтому много чего происходит в Израиле. Я также не забуду один момент, когда мы шли по многолюдной улице, и Бог дал расположение, такой внутренний сигнал Духа Святого, говорит, начинай говорить с этим человеком. Он был араб совершенно, и я с ним познакомился, мы молились с ним, я рассказывал с ним ему о Мессии, я оставил ему Библию, и я познакомился с ним, и каждый раз в последующие дни, когда я проходил там, я опять с ним встречался, опять с ним рассказывал ему о Христе. Я не видел агрессивности, но я видел, что этот человек, он араб сам. Но он, тем не менее, он был очень открыт, чтобы слышать о Христе. Поэтому, делая то всему, друзья, мы не можем ограничивать себя своей культурой или своей какой-то языковой группой. Еще раз хочу подчеркнуть, что мы обязаны еврейскому народу по той же причине, что Писание, мы пользуемся Писаниями, которые были даны когда-то Израилю, еврейскому народу. Мы пользуемся писаниями апостолов. Сам Сын Божий, он был также из евреев. Поэтому мы в долгу перед Израилем, перед еврейским народом, чтобы служить им и говорить им об Иисусе Христе. Любим Израиль, и любим евреев, и благословляем их. Мы любим Израиль. Еще одна из причин, почему мы благословляем, любим Израиль. Потому что у нас есть Израиль очень близок к нашему сердцу. Могу ли я это сказать, приоткрыть эту завесу, поделиться секретом по всему свету, что мы когда-то с тобой, первое наше знакомство и встреча произошла именно в Израиле. Да. Поэтому вот одна из еще причин, почему Израиль так близок к нашему сердцу. Да, Павел, скажи, пожалуйста, какие основания есть вот у нас, как у верующих людей, считать, полагать то, что Бог заключил вечный завет с Израилем и со своим народом? Как во всей истории было и сегодня, есть люди, которые отвергают, мы говорим о христианах, которые не верят, что Бог заключил вечный завет с Израилем. Именно поэтому я задаю этот вопрос. Они говорят, что Бог заключил свой завет только с Авраамом, даже есть такие высказывания. Вот. И много-много, и есть много других объяснений, но я хотел бы, чтобы мы сейчас прошлись по некоторым истинам Божьего Слова и заглянули, что как Бог заключил свой завет с еврейским народом и почему этот завет вечный. Самое первое, можно прочитать это Бытие, 12 глава. «И сказал Господь Аврааму, выйди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе. Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословение. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословлятся в тебе все племена земные». Итак, здесь, в этом месте Писания сказано, что Бог заключил свой завет с Авраамом. Мы говорим, что он праотец, наш праотец. Если мы, в зависимости, как мы это рассуждаем, но не об этом мы сейчас.
Он вышел из Ура Халдейского, Авраам, со своей семьей, со всем своим поселением. Кстати, Авраам, он был своего рода кочевником своего рода, или бедуином, если так разобраться. Потому что у него были много стада, животных много было, и шатры были, и он передвигался из одного места в другое. Дойдя с Ура Халдейского до Харана, кстати, Харан это в Турции, находится буквально 10 километров от сирийско-турецкой границы, где мы были, когда служили в Турции. И там именно Бог ему сказал: выйди из этого места и пойди в эту землю, которую я укажу тебе. Итак, это был завет, который Бог заключил с Авраамом. В Библии есть вообще 7 заветов, которые Бог когда-то заключал с человеком. Очень быстренько. Это первый завет, это был с Адамом, который был потом с Ноем, потом с Авраамом, потом Моисея завет с Моисеем, Моисеев завет, потом с Давидом, новый завет. Но мы сейчас говорим о завете, который Бог заключил именно с Авраамом, именно с евреями. И здесь, когда мы читаем о завете, здесь в завете, который Бог заключил с Авраамом, есть 3 важных элемента. Это... Эти элементы, они состоят следующего, что Бог сказал, что это есть люди. Почему? Потому что Бог сказал, что через тебя я благословлю все племена земные. Это первое. Второе, Бог пообещал благословение, что эти народы будут благословлены. И третье, очень важный момент, что Бог благословил Авраама, или в завет, который Бог заключил с Авраамом, в вечный завет, включалась территория, земля. Угу. Вот почему одно из величайших чудес, которое мы могли бы сказать света сегодня, 8-е чудо света, что это маленькая территория, которая существует меньше по, может быть, территории, как Нью-Джерси, говорят в Америке, штат, вот приблизительно, но и окружена арабами, врагами. На Ближнем Востоке всего лишь 2 союзника. Дипломатические отношения с Израилем есть, с Иорданией и с Египтом. Все остальные враги полностью. Но с 1948 года эта страна, она основалась сверхъестественным образом. Прожила, оттолкнула вражеские войска. 7-дневная война, 1967 год. Победив Иорданию, захватив полностью Иерусалим, сделав столицей своей. И с того времени до сегодняшнего дня сверхъестественным образом мы говорим, что эта территория, эта земля, она в Божьих глазах неприкосновенна. Политики пытаются делить, пытаются разделить даже Иерусалим на восточный, отдать арабам, западный отдать евреям. Но... То, что Бог сказал в своем слове, я лично верю, что никогда Иерусалим не будет разделен. Во-первых, потому что это он был, Израиль, он неделим. И во-вторых, потому что есть церковь, которая понимает, имеет откровение, молится о Израиле, чтобы он был неделим и был целостен. И вообще, если посмотреть еще более, Бог пообещал Аврааму, когда заключал завет и территорию, землю он пообещал, это намного больше территория современного Израиля. Бог сказал, от реки, египетской реки, это не от Нила, другой реки, до великой реки Евфрата. Это огромнейшая территория, которую Бог когда-то пообещал Аврааму. То есть ты веришь, что та территория, которую сегодня географически занимает Израиль, она будет намного больше и шире? Нет, я не, возможно, никогда не будет. Возможно, а может и будет. Мы сейчас не будем говорить, вдаваться именно в этот момент. Но то, что Бог благословил и наделил Израиль, и что это их земля, что это их территория, это никакие не оккупированные места, она была дана Богом. Еще пообещал Бог, пообещал Аврааму и дал эту землю в завете своему народу. Это все легальные права есть у Израиля, чтобы владеть этой землей. Это их земля. Больше того, когда мы читаем, удивительно, мы читаем, что Бог пообещал Аврааму, это не только было обещание вечного завета Аврааму, но
Мы читаем еще есть одно место Писания, Бытие 13 глава 15 стих, углубляем еще или подтверждаем эту мысль, что Бог заключил вечный завет. Смотри, здесь написано следующее. Бог сказал Аврааму: «Ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам я и потомству твоему», у меня подчеркнуто в Библии, «вовеки». То есть здесь не обсуждается вопрос. Это Божья земля, которую Бог дал вовеки на владение Израилю. И потом, этот завет, который Бог дал Аврааму, он передал его, или этот завет был заключен с Исааком. Он передавался из поколения в поколение Исааку, потом Иакову. Вот почему мы говорим, что Бог — это Бог Авраама, Исаака, Иакова. Потом он был передан 12 сыновьям Иакова. Потом этот завет должны были пронести 12 колен Израилевых. И с того момента, да, вот хочу еще одну очень важную мысль подчеркнуть сейчас, что Израиль, мы говорим, Израиль же нарушил завет. Он сколько раз он согрешал, сколько он нарушал этот завет, который Бог заключил с праотцами, да? Но я хочу сказать, что завет, который Бог заключил с Израилем, это безусловный завет. Есть условный завет. Что это значит? Или условный контракт. Если одна из сторон не соблюдает этот контракт, то тогда этот контракт теряет свою легальную силу. Но когда Бог заключил завет свой с Авраамом, с Израилем, это вечный закон, завет, и он безусловный. Даже если Израиль, он был неверен, отступал, согрешал, уходил в рабство, он много, мы читаем, пророки кричали просто, взывали, обращались к сердцу Израиля возвратиться к Богу. Но нигде мы не находим в Писании, что Бог отменил свой завет с Израилем. Что не, написано, что он не отверг Израиля, даже есть место в Иезекииле, что он не отверг Израиля из-за его грехов, из-за того, что он остался неверным завету. И проводя эту мысль и подкрепляя ее, я хочу еще раз, чтобы мы прочитали Иеремия 31 глава с 35 по 36 стих. Очень сильная мысль, подтверждающая, что Бог заключил вечный завет со своим народом Израилем. И здесь написано следующее: «Если сии уставы перестанут действовать предо мною, говорит Господь, то и племя Израилево перестанет быть народом предо мною навсегда». Вот какая глубина, какая Божья, можно восхищаться Божьей верностью, которую Бог имеет с Израилем. Почему это важно говорить сегодня о завете, что Бог не нарушил свой завет, что Израиль еще остается народом завета, по той же причине, что Израиль еще его ожидают большие, еще самое лучшее, скажем, в Израиле еще ожидает впереди. Аминь, да будет так. Да. Мы говорим о том, что ноги Иисуса Христа, в Захарии мы читаем, второе пришествие Христа на землю, его ноги ступят на гору Елеонскую, и эта гора раздвоится на две части. И он войдет через золотые ворота, чтобы 1000 лет царствовать где? Не в Лондоне, не в Вашингтоне, не в Москве, не в других местах, а именно в Израиле, именно в Иерусалиме. Поэтому мы должны очень бережно и понимать, и относиться к тому, что Бог заключил свой завет с Израилем, и этот завет, он вечный, непоколебимый. И самое лучшее еще в Израиле – это ожидать впереди. Конечно, мы сегодня не говорим о том, что о строительстве нового храма Иерусалимского, где воссядет Антихрист и будет править 7 лет. Мы не говорим сейчас о каких-то вопросах апокалипсиса, что будет в последние дни. Но мы говорим сегодня о роли Израиля именно в истории, о его прошлое, его настоящее, его будущее. И это очень важно понимать сегодня для верующих людей. Это очень важно понимать на самом деле, потому что очень много мы слышим, сегодня существует много недовольств, иронии, различных суждений по поводу именно от верующих людей по отношению к Израилю, по отношению к евреям.
Как ты думаешь, какое должно быть у нас отношение, хотя ты уже много об этом сказал, но все же немножко вот сконкретизировать, какое должно быть отношение у нас, как у верующих людей, по отношению к Израилю и к евреям? Угу. Я хочу сказать, мы должны молиться и благословлять Израиль. Угу. Неважно, где мы есть, это наша практика, которую мы практикуем в нашей жизни. То есть мы дома, мы едем в машине. Не нужно ожидать какого-то особенного момента, да, вот поехать в Израиль. Но очень просто, друзья, это там, где вы есть, начните благословлять этот народ, начните благословлять еврейский народ, Израиль благословлять. Есть сила в благословении. Я никогда, вот сколько раз мы слышим свидетельств, что людей, которые даже не понимая до конца вот всей этой истины, но они начали благословлять Израиль, они начали молиться или делать что-то для Израиля. И каким образом Бог начал их благословлять? Почему? Потому что об этом как раз-то и мы прочитали. Бог сказал Аврааму, что те, кто будут благословлять тебя. Тебя я благословлю. Господь говорит, я буду благословлять тебя. Вот меня иногда, Юля, удивляет еще вот наше христианское, скажем, исповедание или подход, или отношение к евреям, или вообще к Ветхому Завету, скажем так. Потому что оно как бы выглядит так, что мы... есть вещи, которые мы взяли из Ветхого Завета, а есть те вещи, которые мы просто сказали, это не для нас. И если они не для нас, не для людей Нового Завета, ну, значит, зачем нам об этом говорить? Это было для евреев. Одна из, скажем, таких вот вещей, о которых я хочу сказать, ну, это на вопрос десятины, скажем, да? Mm-hmm. Вот почему мы практикуем и отдаем, и каждое воскресенье пастора, служители выходят и говорят, ну, вот время приносить десятины. Ну, вот а откуда десятины? А вот как раз десятины, это Бог сказал когда-то Иакову. Бог сказал в законе, в пророках, что десятая часть принадлежит мне, принесите ваши десятины в мой дом. Угу. И мы, конечно же, вот хороший аргумент для тех, которые говорят, Бог оставил свой народ, Бог забыл Ветхий Завет, Ветхий Завет не для нас. Но тем не менее, мы берем... И проповедуем о десятине, и что удивляет еще больше, что не понимая до конца, как это работает. И нам не нужно до конца понимать, нам нужно просто верить в Слово Божье. Но мы начинаем практиковать это, делать на практическом уровне, приносить нашу десятину в церковь, благословлять церковь. И таким образом Бог благословляет людей, Бог благословляет нас, Бог благословляет других, кто повинуется этому Слову. Опять, откуда эти принципы? Мы все это берем из Писания. И написано, Христос сказал, исследуйте Писание. Есть люди, которые сегодня в Новом Завете, христиане, которые вообще, меня однажды сказали, а почему ты проповедуешь из Ветхого Завета? Это просто удивительно, потому что в Ветхом Завете есть пророческие книги, очень много писаний, которые Бог непосредственно, Бог своим голосом, Он говорил через пророка народу своему. И эти обетования, они принадлежат не только для Израиля, но и для нас, для церкви. И поэтому мы, и Христос сказал, исследуйте Писание, ибо через них вы можете иметь жизнь вечную. То есть мы говорим опять, в Ветхом Завете есть немало принципов, которые мы, как люди Нового Завета, которыми мы можем руководствоваться. Мы не говорим сейчас об обрезании, мы не говорим сейчас о церемониальных законах, которые были отменены, конечно же. Мы не говорим, что можно кушать, что нельзя кушать. Все это не важно, не важно во Христе Иисусе. Но мы говорим, есть принципы, которые оставлены на примере десятины, на примере отделение одного дня в неделю для Бога, когда мы оставляем все наши дела, весь наш бизнес, и мы посвящаем этот день, проходим в покой, в шаббат, и мы отдаем это для Бога. И есть ряд других, скажем,
принципов откровений, которые мы можем ими пользоваться. Что удивительно, ранняя церковь, она же не читала вот Первая Иерусалимская церковь или ранняя церковь. У них не было Евангелия, которым мы пользуемся. У них были пророки, у них была Тора. Но когда они проповедовали истории, о пророках говорили, конечно, они же говорили о Христе, который пришел. Но однако же они смотрели, они открывали это Писание Ветхого Завета. И почему-то мы читаем, что была большая сила, мы читаем, mm-hmm. что люди спасались, мы читаем, что люди исцелялись, мы читаем, что Бог приходил в великой силе, в чудесах и знамениях. Друзья, сегодня мы говорим о Израиле, о этой чудесной Богом избранной земле и о Богом избранном народе. Павел, немножко конкретики, как практически мы можем благословлять Израиль? Мы можем молиться за каждого проходящего еврея. Мне нравится, как наш друг Александр говорит, когда я беру товар в свои руки, я смотрю, где он сделан. Если он сделан в Израиле, я обязательно его приобретаю. Этим же самым он демонстрирует, что он стоит вместе с Израилем и поддерживает Израиль. Лучше эти деньги пойдут на развитие Израиля, чем они пойдут на развитие другой страны. Хорошо, но если нет такой возможности приобретать товар из Израиля. Да, в Америке, кстати, очень мало товара с Израиля. Однако же мы говорим, что в наших устах, друзья, должны всегда быть слова благословения для Израиля. И в этом я хочу, чтобы мы сейчас посмотрели очень быстренько в некоторые места Писания, что Бог говорит, как благословлять и молиться Израиль. Итак, первое. Исаия 62 глава, 1 стих. Пророк говорит, не умолкну ради Сиона и ради Иерусалима, не успокоюсь, доколе не взойдет, как свет, правда его и спасение его, как горящий светильник. Следующее, это Псалом 121, 6-7 стих. «Просите мира Иерусалиму, да благоденствуют любящие тебя, да будет мир в стенах твоих, благоденствие в чертогах твоих». И Исаия 41 глава, 8-10 стих. «А ты, Израиль, раб мой, Иаков, которого я избрал, семя Авраама, друга моего, ты, которого я взял от концов земли и призвал от края ее». Сказал тебе, ты мой раб, я избрал тебя и не отвергну тебя. Не бойся, ибо я с тобой, не смущайся, ибо я Бог твой, я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды моей. Итак, друзья, мы можем выписать даже из места Писания, вы спрашиваете, как я могу благословлять Израиль. Выпишите эти места Писания из Ветхого Завета, которые мы сейчас цитировали, найдите еще их больше в Писании. И начните просто благословлять Израиль и еврейский народ именно этими словами, которые Бог же оставил. И благословляйте, и молитесь за этот народ. И более того, заключая, то есть приходя к концу нашей программы, я бы хотел сделать акцент для наших телезрителей, что мы должны участвовать в деле проповеди Евангелия для евреев. Каким образом это делать? Конечно же, когда мы молимся, когда мы стоим с Израилем, мы уже участвуем в этом, скажем, в этой работе. Но больше того, я хочу сказать, друзья, что поддерживайте те служения, которые именно проповедуют Евангелие в Израиле. И Бог открыл удивительным образом эту дорогу, чтобы служить в Израиле. И я знаю, что это только начало. У нас есть желание, мы молимся, и я внутри себя верю, что Бог будет открывать для этого служения еще больше возможностей, где мы будем служить в Израиле. Потому что это та работа, которая идет, это только начало. Есть в Израиле немало церквей, которые уже основаны, христианских, мессианских церквей. Но по сравнению с тем, что Бог будет делать, мы верим, что это намного больше будет работа проходить. И поэтому Израиль сегодня нуждается в миссионерах, в Божьих людях, которые будут ехать не только как туристы, как мы сказали, но те, которые будут ехать и молиться, благословлять и проповедовать на израильской земле. И это, вот об этом мы сегодня говорим. Друзья, спасибо вам, дорогие, что вы были сегодня в этой программе вместе с нами. И мы сегодня говорили об Израиле, об избранном Божьем народе. И мы хотим сказать вам, что начните благословлять Израиль. Начните молиться за Израиль.
И как Бог сказал Аврааму, что благословляющих тебя я благословлю. Мы все хотим благословения, мы все об этом мечтаем, мы хотим быть счастливыми, но мы не должны забывать, что один из путей, как Бог благословляет нас, это могут быть разные сферы жизни, это могут быть благословения через, чтобы принять исцеление или принять ответ от Бога, получить работу, финансовое благословение, это быть успешным, просто в Боге быть. Мы не должны игнорировать. Один из путей благословения очень мощный, это начать благословлять Израиля. И Бог верный. Он сказал, я благословлю благословляющих Израиля. Юля, у нас была потрясающая программа. Я верю, что наши телезрители, они были благословены. И даст Бог еще возможность, мы встретимся и еще будем делиться именно откровениями об Израиле и что происходит на этой земле. Здорово. Шалом, дорогие. Шалом вашим домам. Как я уже начала программу сегодняшнюю, я хочу также ее закончить этими словами. Мир вам, мир вашему дому, вашему сердцу, вашим родным и близким. Берегите себя. Благословляем вас.